тех, кто хочет стереть историю Азербайджана, учили, что они герои, но на самом деле они преступники, Шаумян и другие, убившие азербайджанцев и совершившие геноцид. Таким образом, мы хотим, чтобы молодое поколение знало, что Зангезур – историческая территория Азербайджана. Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в ходе выступления на проходящей в университете АДА международной конференции на тему «Новый взгляд на Южный Кавказ. Постконфликтное развитие и сотрудничество». Подчеркнув, что Зангезур – это древняя азербайджанская территория, глава государства сказал: «Зангезур был передан Армении в 1920 году, 101 год назад. До этого эта территория принадлежала нам. Когда я говорю Гёйче, они ныне называют это озером Сиван. Это истина. Достаточно взглянуть на карту начала 20 века. На ней вы не увидите Сивана. Вы увидите там Гёйче. То же самое с Ереваном. Они разрушили историческую часть Еревана. Это очевидный факт, что здесь жили азербайджанцы, включая моих предков. Я говорил, да, мы туда вернемся. Но я не говорил, что мы вернемся туда на танке. Я сказал, что мы вернемся. Это означает, почему бы и нет. Если мы будем использовать Зангезурский коридор, почему бы нам не вернуться в Ереван? Придет время, мы это сделаем. Я представляю свою позицию», — заявил Ильхам Алиев.